Всем огромнейший привет! Я рада вас приветствовать на своем канале и добро пожаловать в мой блог. Доброе утро! Традиционно начинаем закрывание двери и походы на завтрак. В общем, на улице все так же ветрено, прям сильно-сильно. Такой ветер неприятный. Вчера ходили гулять. Ну так, не особо, конечно, прям хочется гулять. Нам, кстати, надо сегодня заказать на завтра сухпайки. Завтра едем в Грозный на целый день на экскурсию. Поэтому надо сегодня в столовую подойти, заказать, чтобы на ужин их получить. Вот. И завтра с самого утра. В 7 утра автобус около санатория. И, в общем, вернемся поздно-поздно. Видно, как ветки. Здесь, кстати, тихо, на той стороне вообще. Там прям клонит. Вчера в парк пошли гулять, курортный. Там дерево сломало, валяется. Ну, такое, конечно, сухое было, но все равно, тем не менее, такой ствол широкий, все так упало. Ветки валяются, веток столько наломало, потому что по всем дорожкам такие вот маленькие ветки. Вот. Нет, девушки. Давай попозже подойдем. Так, что у нас тут? Овсяный отвар. Очень пользуется спросом. Весь выпили. Каша Геркулес молочная с сахаром. И каша Геркулес на воде. Так. Вот это вареники, я понимаю. Так, а у меня блинчики пока. И кофе. Будем ждать, что мне принесут. Может, тоже? То Максим предлагает поделиться. Я, в принципе, не против. С картошкой с луком похоже, да? Так, сыр и масло еще у нас сегодня. Сегодня солнечно. Мы уже в парке. Подходим к Николаевским ваннам. Ходим сюда на сероводородные ванны. Но вам слышно, какой ветер сегодня? Я сегодня очки делала не так, как от солнца, как от ветра. Чтобы глаза не слезились. Поют. Дерево, которое упало вчера от ветра сильного. Вот. Ветер холодный, такой прям ледяной, порывами переметает все листву. У нас Николаевские ванны. Сейчас будем принимать, оздоравливаться. Ну, после ванны надо, конечно, отдохнуть, потому что садишься прям, опускаешься в горячую ванну, и потом уже немножко надо остыть, прежде чем выходить на улицу, конечно. Ну, как после любой процедуры, нежелательно сразу выходить на улицу. Но, не знаю, погода, конечно, хотелось бы, чтобы наладилась. Завтра, о, как дует. Завтра поездка, но что-то завтра тоже погода прям такая холодная. Посмотрим. Верхние ванны. Вот, чуть не запнулась в ступеньке. Мы принимаем ванны на пару. А ванна уже выглядит по-другому. Вот так вот. Здесь время. Вызов медперсонала. И сероводородная ванна набирается.
видео? Или фото тебе? Что-то не приземлился-то. Шасси-то надо выпускать. Пришли только с прогулки с парка, покормили птичек, белочек не видели, потому что ветер сильно, так прям ветки ломают, и при нас прям дерево упало в парке, такой хруст, такой гром, ну это вообще страшно иногда. Дерево прям махина с корнями, оно прям плавно так, хрясь, женщина шла, она говорит, слава богу, я успела пройти тот участок. В общем, никто не пострадал. Ну, деревья сухие, старые, и, конечно, вот такое случается, когда сильный-сильный ветер. Я, в общем-то, на массаж, потом на обед. Вот. Массаж делают полностью, полностью спины, целиком. Вот так вот, видите, удобно. По переходу пришла. Зимний сад прошли с вами. Сейчас на третий этаж приду к своему массажисту. Мужчина-пассажист. Максим к нему ходит, я хожу. О, сейчас посмотрим, что у нас тут на обед. Борщ с фасолью. Суп харчо и суп вегетарианский. Очередь за супом. Начало обеда. Начало обеда. О, у нас что-то прибыло, похоже, за столиком. Двое еще. Теперь у нас будет 5. Ну, будем знакомиться, будем знакомиться. Интересно. Куда-то нас сегодня еще кто-то приглашает. Приглашает вот сюда. Вчера мы, кстати, на концерт ходили, на танцы не пошли. Ходили на концерт, по 400 рублей билет. В общем-то, индийская музыка была, и юмор, и песни. В общем, было классно. Посмеялись так. Отлично время провели. Танцы пропустили. О, у меня тут все харчо. Так по-скромненькому. В отличие от трех супов разных причем. Да? Разнообразных. Тебя приглашают вечер провести. Так что всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Кушаем. Спасибо. Меня зовут Павел. Голубцы еще сегодня. Мы собираемся на ужин. Минеральную водичку попили. Прогулялись до источника. Даже еще в бутылочке набрали. Ну, кстати, забыла вытащить. Вот, и, в общем, сейчас на ужин пойдем. Духи были сегодня вот такие. Трекшн. Настроение классное. По программе у нас что? Кино и танцы. Кино и танцы сегодня по программе вечером. Просили танцы поснимать. Ну, что-то пока не представляю это... Как это поснимать вам танцы? В общем,
Без танцев. В Инстаграме есть танцы. Максим, в Инстаграме есть танцы, поэтому отправляю вас туда, в Инстаграм. Вот, ну так что, кстати, встану тогда на танцах и начну снимать всех танцующих. Я обзор на танцы. Хорошо или плохо, но всех танцующих, так, этот оттуда, этот отсюда. Ну, в общем-то, пожалуй, без танцев, как говорится. Так, ну что у нас сегодня на ужин? Каша пшеничная, молочная, геркулес на воде. Как обычно, ты будешь? Не, наверное. О, там еще есть. Нет, я кашу не буду, я только по шиповничку пройдусь, пожалуй. Так, на ужин вот такие вот вкусняшки. А булочки, салат. Максима, каша. Это тебе. А? Мне? Мне? Ну ладно, давай. Так как мы завтра едем в Грозный на целый день, получили вот два сухпайка. Но я тут хочу, я вам покажу, что вообще в них есть. Мне кажется, я вам не снимала в прошлый раз. Но я хочу не все брать, конечно, потому что все не пригодится. Смотрите, ну, вода. А значит, тут вот такой вот сыр Хохланд. А, паштет с индейкой. Сок в этот раз, яблоко. А там у нас еще какой-то, да, остался? Тоже яблоко, печенье юбилейное, хлеб, яблоко, так, это джем клубничный, так, два яблока и приборы, получается, вот, ну, в прошлый раз у нас как-то соки ушли, вода ушла, а еще был мед, мне кажется, в прошлый раз, или я его не нашла, а, есть, вот он, да, мед. А тут джем, значит. В общем-то, два вот таких вот пакета. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю всем пока-пока. До новых встреч на моем канале.